Вот так прячется в норку рыбка. Мы думали, что это змея, но это такая рыба. Она прячется в камне. Вот сейчас видна только ее голова, она раскрывает рот. Вот. И спряталась. А до этого я вам показала ее всю. Вот нам повезло, она вылезает вся. Мы стоим далеко. Она даже не ощущает, что мы ее видим. И она такая выползает. Вот. Издалека ее видно, там она в камнях маскируется. Прикольно так. Она такая одна. Вот она сидит там. Обойду ее такая, вся со стороны. Вот такая она необычная. Ну, это кажется, что она крупная, на самом деле она вообще не крупная. Такая маленькая. Ну, если так вот в длину, килограмм несколько так она есть. Серьезная такая, смотрит, сидит. Видимо, почувствовала, что ее заметили. Не бойся, мы тебя не тронем. Вот ее проплывают соседи по аквариуму. Здорово. Очень красиво. Вода чистая. Прозрачная такая. Прям похожая на морскую. Ну, в смысле похожа. Она и есть морская. Здесь специальный состав, который добавляют, чтобы рыбы чувствовали себя комфортно. Это их естественная среда обитания, приравнивается к ней. Сидит и молчит. Какая ляпочка хорошая. Пока. Пока-пока. Мы пойдем. И вам всем пока.